В индустриальном районе 23-летний стрит-рейсер за рулем Toyota Mark II во время гонки по дороге общего пользования сбил пешехода. Тот скончался на месте. При этом водитель пытался скрыться, но был задержан при самом деятельном участии возмущенных очевидцев. Трагедия произошла в 11 часов вечера у остановки Институт искусств и культуры. Член неформального хабаровского автоклуба, объединяющего владельцев мощных заднеприводных машин, ехал в южном направлении. Регулируемый пешеходный переход, по которому шел 26-летний молодой человек-нарушитель, промчался на красный свет. Свидетелями тому стали несколько человек. Скорость машины была огромной. Человека подбросило в воздух, и было понятно сразу – не жилец. Я прям видел, как он летел. Ну, метров 15-20 точно подлетел. Ну, вы сами понимаете, остановка прям и светофор. Пешеход умер почти мгновенно. Лихач помчался дальше, пытаясь скрыться. Несмотря на то, что белый Марк изобиловал наклейками «Тур-РВ» и прочей псевдогоночной атрибутикой. За беглецом увязалась погоня, которая настигла его, когда он уже успел спрятать машину. А он 120 точно ехал. Повернул направо на светофоре. Пацаны за ним поехали. Все, повернули, смотрим, и они уже, ну, не смотрят. Он, ну, как они рассказывали. То, что... Он пешком уже идет. Пешего гонщика преследователи узнали без труда. Он широко известен в узких кругах ночных гонок. Ну, мы просто по Инстаграму его знаю, то, что я видел его. Ну, то, что он полный, он его нельзя не заметить. Он полный такой мужчина, ну, с бородой. Машина тоже заметная, да, в наклейках все. Полицейские задержали нарушителя. Они заставили его открыть гараж, куда он успел поставить машину. Задержанный в прошлом был судим за причинение вреда здоровью. За руль в этот вечер он сел трезвым. В своих объяснениях следователю он указал следующее. К ДТП привело желание потягаться в скорости с каким-то водителем, который ехал с ним бок о бок по Краснореченской. За считанные секунды Марк был разогнан до 120 км в час. Подозреваемый считает, что ехал на желтый, что отрицают свидетели. Побег с места преступления водитель с годовым стажем объяснил испугом. Уголовное дело уже возбуждено. Стрит-рейсеру грозит до 5 лет колонии. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.